нашего митинга в том, что 20 мая 2020 года вышел указ нашего губернатора о том, чтобы открылись ярмарки и розничные рынки. Наш рынок Кольцовский имеет статус торговый комплекс, поэтому мы туда не вошли. По сути, мы являемся точно таким же рынком, как и все остальные, Придача, Юго-Западный и так далее. Поэтому мы сегодня записываем обращение губернатору для того, чтобы он внес поправки в постановление от 20 мая 2020 года. Мы вложили все деньги в товар до копейки сезонный, и в этот момент нас закрывают. То есть, по сути, у нас даже нет запаса денежных средств. Мужья наши и жены, у кого кто мужчина-бизнесмен, также сидят дома на изоляции. То есть мы влазим в долги. Наш бизнес, вот сейчас даже когда нас откроют, нам не на что будет закупить товар. То есть у нас полный крах. Ситуация очень сложная. Даже я не могу сказать, это уже крайне критическое. Мы писали обращение, мы-то думали, что губернатор войдет в наше положение. Мы до этого писали со всеми рынками города, подписывали обращение для того, чтобы нас открыли. Но казус, то есть вот этот вот торговый комплекс, он стал нам камнем преткновения. Дайте нам работать!